Всем привет! Вы на канале «Учимся рыбачить вместе». Спасибо тем, кто на нас подписался и вообще, кто нас смотрит. Ну, приехал я опять на этот водоем, решил его дальше осваивать. Первая пробная наша поездка была, ну, более-менее удачной. Сделал я кое-какие коррективы, внес. Будем смотреть, что у нас сегодня из этого получится. А вообще, прекрасная погода. Небольшой заморозки у нас были сегодня, минус 3, ноябрь. Вообще хорошо выбраться из душного города на природу. Смотрите, птички поют, речка течет, тишина, хорошо. Буду я сейчас раскладываться и потихонечку вам рассказывать, что почем. Вот мы разложились. Ведрышко у меня такое вот есть. Водички этого набрал. Будем рыбку складывать мелкую. И руки мыть. Две удочки взял. Донки у нас не пошли. Взял две удочки опять. Более-менее их переделал, как мне нужно. Чтобы это самое... Вот я говорил, заморозки. Видите, стул. Трон мой. Аж во льду. Ловить мы будем. На что? Ну, на хлебушек. Вот я взял батон французский с чесночной начинкой. Вот какой. Попробуем. Ну, червячки с опарышем, как обычно. Дип в тот раз у нас анис шел. К анису я еще взял туть-фруть. Будем червячка и опарыша сбрызгивать и смотреть, что будет. Подсак. Подсак я забыл разложить по фэншую. Сейчас мы его разложим. Раскладываем мы подсак по фэншую. Старенький, добрый мой подсак. Как положено, обмакнем сейчас три раза его в воду с присказкой. Клюй, рыба большая, маленькая. Надеюсь, это нам принесет удачу. Вот сюда, вот в серединку нам положим. И начнем мы с вами рыбачить. Прикармливаться будем пшенкой. Я наварил. В тот раз она у нас работала. Надеюсь, в этот раз будет работать. Ручки помоем. И начнем. А начнем мы с вами с хлебушка. Значит, на желтый у нас будет хлебушек. Сам бы ел бы с чесночком. А на красный у нас или червь, или опарышек будет. Глубину я уже выставил заранее. Примерно помню, какая здесь была. Ну что, как говорится, скользко. Первый пошел. Далеко опять забрасывать не будем. И червячок нам. Червячка я обычно насаживаю, чтобы жало видно не было. Сейчас насадим. Руки замерзли. И крючочки маленькие поставил. Еще я взял с собой донку на всякий случай. Ну, если живца поставил, поймаем, поставим на хищника какого-нибудь. О. Избрызнем мы это. Нет, ваниль не буду. Мы сказали, тути-фрути. Вот.
брызнули. И вторая у нас сейчас пойдет. Первый пошел, второй пошел. Вот сюда вот моего. Все это дело. Надо нам попить с вами кофейку с утра. Я уезжал, ничего не пил. Что-то бросил. Сорвался. Первый у нас сорвался, как обычно. Погрыз червяка и бросил. Ну, поклевка была. Это радует. А низ, значит, у нас тут и фру начал работать. Ну, вот и пшенка наша. Жалом не огорел. Жало спрячем. Взял я еще простого хлеба. На всякий случай, если надо брать не будет. На удочках я использую, у меня стоят леска, значит, монофильная. Вот. 0,18. Монофил 0,18. Так как я ловлю леща и карася на эти удочки. Ну и всякую другую. А поводки у меня стоит флюкарбоновые. 0,12. Вот. В прошлый раз я поводки делал. У меня короткие были еще с этого самого. Когда я карася ловил с пол воды. В этот раз я поставил 25 сантиметров, так как рыба берет очень аккуратно. И она, чтобы не чувствовала поплавка в первые моменты. Поэтому я поводки удлинил. Вот. Донку мы взяли с вами на хищника. Если живца поймаем, я ее поставлю вот туда. Вон. Посмотрю, что там у нас будет. Продолжаем ловить. Нежно-нежно опять. Очень аккуратно берет. Я для этого поводки удлинял. Чтобы она не чувствовала по начальной стадии поплавка. Приходится выжидать поклевку, когда она нормально выживет, самое клюнет, чтобы засечь ее. Но ветра сегодня нету, что интересно, но пар идет. Оп, притопил. Нет, сидит, вот наш живец. Хороший живец. Вот. Сейчас, значит, мы с вами доночку поставим. На щучку. И будем ждать еще и щучку. Сейчас я его отцеплю аккуратненько. Хорошо загладил. Так, тутти-фрутти у нас работает. Живца теперь сейчас мы насадим. Сейчас я быстренько соберу удочку. Вот донку я собрал. Оснасточка у нас вот такая вот. Отводок, поводок для грузика. Дальше идет у нас леска. И живец на тройничке насажен. Есть три вида. Цеплять живца за спинку, за верхнюю губу и через жабры. Вот я зацепил за спинку. Использую я здесь, у меня поводок специально для щуки. Сейчас забросим и глянем, что у нас будет. О, поймали мы вот такую вот плотвичку. Поклевку даже не видел, пока занимался закидыванием донки. Уже вторая. О, донка у нас стоит. На щуку посмотрим. Будет брать, не будет брать. Надеюсь. Главное я хочу. Говорят, здесь щука есть и голавль. Вот я хочу взять щуку или голавль, если что попадется. Пар идет.
Удочки стоят, донку мы закинули живцом. Ну, если щука ходит, значит, может возьмет. А может не возьмет. Ну, будем надеемся. Вот. Хочу передать большое спасибо тем, кто нас смотрит. Вот. Кто на нас подписался. Я думаю, дальше будет интересней. Вот. Пришел мой кот. Черный. Вторую рыбалку он со мной здесь рыбачит. Вся рыба была отдана ему с первой рыбалки. Он меня заслужил. Сегодня тоже будем кормить. Если поймаем еще что-нибудь. Лучшая рыба коту. Оп, есть. Ой, живец. На парыша. Ну, еще одним живцом больше. Но мы не теряем надежды на крупную особь какую-нибудь. Сейчас она сейчас мелочь разгонит. И будет у нас с вами крупняк. О, опять на желтенькую клюет парыша. Оп, есть. Уже покрупнее пошла. Уже покрупнее пошла у нас. Здесь будет у нас только трудовая рыбалка, которую вот мы вот приехали, прикормили, все, что взяли, все наше. Вот. В дальнейшем будем рассказывать, какие мы используем снасти, какие у нас есть сейчас вот. Будем расскажем вам о фидерной ловле, о донной ловле, от карповой ловли, ну и а также про спиннинг что-нибудь вам расскажем, будем тоже пробовать ловить. Зимнюю рыбалку пока мы не очень освоили, только учимся. Ну, я надеюсь, в дальнейшем тоже будет у нас и зимняя рыбалка. А так вот, приехали. Второй раз я на этом водоеме, осваиваю его. Смотрю, что здесь есть. На что клюет, что бродит. Вот об этом я вам буду рассказывать. Есть. Вот. Еще один живец. Аж заглотил. Вся рыба будет отдана вот этим кошкам. Пойманная здесь. Ну что, подведем итог. Вышел у нас трудовая рыбалка. Вся рыба пойманная отдана котам, которым тоже что-то кушать надо. Ой, какие красавцы. Вторую рыбалку со мной здесь проводит. Вот. Я говорил, что легко не будет. Ну, дальше просто я не вижу смысла сидеть. Поэтому мы собираемся домой. Смотрите нас, подписывайтесь на нас. Будем учитывать наши промахи, в чем мы ошиблись здесь и на других водоемах. Будем пробовать дальше. Изучать, показывать, применять разные оснастки.